Приветствую, скауты! С вами Кивайт, и мы продолжаем проходить LEGO Star Wars The Complete Saga. Это... О, да-да-да, помню этот эпизод. Помню эту главу. Окей. У нас здесь Хан Соло, принцесса Лея. И почему-то к ней больше уважения и внимания. И Хан Соло такой, блин, почему? Ну, хотя он, наверное, понимает, она же все-таки женщина. Ситрипио, он немножко, как-то да, растерялся немного. Пам-пам-пам. Ага, попались. Он сразу такой пушку, хоп, все. У них отобрали все оружие, раздели их. Порядок. И что там получилось? В общем, сделали из него плитку. Так, окей, мы смогли сбежать. Это у нас, по-моему, Ландо. Так, а что? Нет, 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 это не тот чувак, окей. Не знаю его, не знаю. Ой, люди, люди, вас, по-моему, нужно убивать? Ну, я не знаю, извините, если вы мешаетесь немного. Так, а вот по нему, кстати, я не попал. Ну, давайте попробуем собрать. Удастся на... Да, нам удается, но только вот этот парень стреляет. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Быстрей! О, не усп... ну, мы собрать-то успели, но... Не совсем успели увернуться. А ну, стоять! Что ты там закрываешь? Падла. Ладно, сделали себе ступеньки, идем дальше. Не знаю, нет, здесь загрузочки никакой не будет. О, как я четко по нему попал. А что я должен сделать? Ну, никого, ни у кого силы здесь нет, поэтому нужно только вот так стрелять. Интересно было бы покрутить эту штуку, что получилось бы. Скорее всего, какой-нибудь обычный сюрприз или что-нибудь наподобие этого. Эй, hey. Сюда, 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 иди. Эй, hey, он убер... я ему, по-моему, даже не снял, да? Одну жизнь, или нет, или снял. По идее, смотрите, я ему стреляю, если в этот, ну как, рюкзачок сзади, то он должен взорваться, там же топливо, с помощью которого он летает. Но почему-то он не взрывается, здесь у нас R22, но его нет. Ты думаешь... Воу, он нас остановил, ладно. Я думал, здесь будут детали, и нужно будет опять эту стоечку собрать, но нет. А, вот там дальше, смотрите, есть. Есть, есть, есть. Здесь у нас кто нужен? Не показано, совсем не работает, то есть эта штука. Ладно. Мы тогда... Да что такое, что вы мешаете? Тихо, сразу же его. Не, ну вы издеваетесь. Не хочу тебя даже трогать. Вот, отлично. Две из трех. Скорее всего, получим обычный сюрприз. То есть ничего такого сверхнового не будет. Падла, забрал плитку с Ханом Соло. Падла. Не смогли мы его поймать. О, R22 прилетел. Неплохой выстрел. Так, ну что, мы рады тебе. Тебя видеть, рады. А что делать-то? Нам нужно обратно, по-моему, бежать. Здесь никакого выхода нет. Уж явно. Только в какую сторону идти, я пока не понимаю. Может, сюда нужно? Нет. Видимо, обратно. Движемся обратно, посмотрим, что у нас там. А, вот. Ну, конечно, у нас же теперь есть R2D2 и доступны новые возможности. Выбираем этот газ. Бля, непонятный. Чуваки, нас никто не будет трогать, мы спокойно вернемся обратно. Помните, там была дверь для R2D2, и мы ее откроем. Тихо, о, так, кстати, здесь, возможно, тоже нужен R2D2. Нет, C3PO, ладно. Там точно была, я помню. Вот здесь, например, тоже есть дверь. Но, я не помню, далеко там была или нет. Ну окей, по-моему, здесь все то, что нам нужно.
Так, нас немного обезвредили. Ну, хей, вставай. Вставай, вставай, вставай. Сейчас подбегут опять. Дайте нам чубаку. Не трогайте нашего... Черт, что вы творите с нашим РВД-2? Вам кто-нибудь вообще разрешал его трогать? Ладно. Конвейер пока не работает. О, как загрызли его. А, эту штуку нужно подвинуть. То есть это что-то вроде батарейки, наверное. Ну хватит. Ладно. Придется выйти и разобраться. Вот так вот. Все. РВД-2, отойди, пожалуйста. Я буду здесь двигать. Ты немного мешаешь. И вот в розеточку все это... Ну, давай. Все это дело втыкаем. Угу. Все, доступен нам рычаг. Погнали. А, мы... Воу, мы соберемся Трипио. Классно. Классно. Готов? Ой, заходил. А, значит, да, у нас там напротив дверь открывалась с помощью него. Ну, я думаю, такими вот темпами мы дотопаем. А, нет, не напротив, вот здесь. Извините, ошибся. Угу. А, есть автомат с выдачей шапок. Я думаю, что здесь не случайно он. Там дальше, наверное, будет какая-то дверь специальная для штурмовиков. Уходите. Вот же у него лапы мощные. Что у нас там? А, ну, пока, наверное... Хотя можно на кого-нибудь надеть. Знаете, чтобы было... Например, я даже не знаю, ну, на принцессу Лею мы наденем. Ну вот, черт, главное, чтобы... Что, почему? Прическа? Или что? Я не знаю, почему не наделать. Вот, ладно. Ему, кстати, очень идет. А мы возьмем Чубаку. Пускай этого парня не трогают. Я не знаю, выживет ли он или нет. Вряд ли, тут тяжело с этим. Я первый иду, видите? Я здесь первый, я здесь первый. Свалить... Воу, сколько здесь их. Кого-то же по-любому не убил. Нет, всех. Нам тогда крупно повезло. По-моему, мне еще ни разу не удавалось. О, так, берем опять чувак. Мало ли что-нибудь да нужно будет. Оставим пока его в штыме, тем более ему идет, опять же. Опа, загрызли. Сбили шлем. Ладно, он уже здесь вряд ли нужен. Вряд ли. Но мы продержались, это главное. Кто-то мне подсказывает. Ой. По-моему, я кого-то лишнего сейчас подбил, да? О, детали. А, видимо. Ну, я думаю, и этот парень черный. Ландо. Буду называть его Ландо. Никакого расизма. Или Ландо. Ландо, наверное. Ну, я не знаю, Ландо как-то больше ему идет. Ландо, усатый Ландо. Смотрите, оп. О! Ой-ой-ой, что за... Не знаю, что эта штука делает. Она отключает? Ну, Чубака сможет сам. Я не знаю, где там C-3PO и R2-D2. Возможно, они не смогли просто подняться. Ну, как я считаю, они здесь обязаны быть. Ой, что-то не так явно. Там, кажется, было что-то для них. Не знаю, давайте глянем. Вот, что это такое? А, это для них как раз таки и... Угу. Или вот эта штука для них. А ты работаешь? Во. Давайте перенесем наших друзей. Ой. Магнит такой мощный. Ой. Давай R2-D2 поднимаем. Все. Ребят, ну вы сможете... Кто там упал? Чубака? Почему он закричал, как принцесса Лея? Ну давай же, C-3PO. Давай, молодец. О, а нет, стоп, R2-D2 где? Куда вы его дели? Хорошо, надеюсь, он заспаунится рядом с нами. По идее, мы же его запустили. Он здесь нужен, как раз таки он. Ну что ты делаешь? Стоять здесь. Проходит... Пустим еще раз, я не знаю, может он внизу стоит. Я разве его не дотянул? Да что такое? В чем дело?
Дружище, извини, если я тебя мимо... Я, наверное, тогда его мимо опрокинул и не заметил даже этого. Прошу прощения. Эй, я Си-3PO. Это же штука спустится, да? Что вы такие недружелюбные? Поднимайся, дружище. Я тебя всегда подожду. Вот, здорово. Теперь мы пропустим этих ребятушек. Давайте, давайте, давайте. Ну, а R2-D2, как всегда, очень медленный. Мы сломали или что? Я не знаю. Ладно, идем. Давайте я сразу возьму, наверное, R2-D2. А он сможет там перелететь? Вот здесь проблема. Кстати. Кстати, да. А, вот здесь. Как раз для этого и сделано. По идее, мы должны сейчас вот так вот. Опа. Замечательно. Выдвигается здесь мост. Вот, вот круто, круто. Все сейчас. Опа. Подожгли ему задницу. Ой, нас окружили немного. Ну, по крайней мере, пытаются окружить. Что, откуда они здесь идут? Вот так. А, это для Си-3PO. Понятно, мужик, давай. Ну, хватит. Все, 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 идем. Не обращаем внимания. Что сделать-то нужно? Подождите. Какой-то механизм. Интересный. Ну, ненавижу, когда они так делают. Просто ненавижу. И что? Что это? Я понятия не имею, что эта штука делает. А, погодите. Нам нужно их, наверное, раздвинуть так, чтобы R2-D2 смог пройти. О, точнее, Си-3PO. Но он не может. Тут ему никак не продвинуться. Что же делать нужно? Эта штука вообще двигается? Попробуем вот так. Она, по-моему, вообще не двигается, да? Она мертвая. Ну, не могу ничего сдвинуть. Попробуй пройти здесь как-нибудь. Нет. Да что ж такое? А как быть? Как быть? Ну, погоди, не двигай. Ну да, тут он нужен. А! Серьезно, их можно было взрывать? Что? Что вы там делаете? Не время для разговоров. Вы что, издеваетесь? Не время для разговоров. Все, хорош. Ты должен не пинать Си-3PO, а ты должен... Все понятно. В общем, они меня бесят. Дайте, пожалуйста, Чубаку. Этих нежности. А вот эти штуки не взрываются. Здесь нужно как раз таки отодвинуть вот таким образом. Чтобы он зигзагом. Что? Зигзагом? Я не знаю, почему я не мог сказать. Это было забавно, по крайней мере. Окей. Кстати, третья, да, наша стоечка? Пошел он. И что получаем? Интересно мне даже. Да, сюрприз, как я и говорил. Стоило ли постараться для этого, я не знаю. Ну, чтобы, конечно, если ты хочешь пройти игру на 100%, хотя нужно ли это? Ну, не совсем, я думаю. Ну, нет, есть почему люди, которые хотят пройти, и это определенный кайф, но именно Лего я не хочу пройти. То есть, бывает у него желание пройти игру на 100%, там, получить все ачивочки, еще что-нибудь. Ну, как-то здесь-то этого желания не возникает, потому что нет какого-то дополнительного контента или, там, тебе не дадут медальку какую-нибудь классную или еще что-нибудь. Ничего ты за это не получишь. Даже, по-моему, ачивок в Стиме нет. Насколько я помню, так что... Как бы тебя ничем не наградят, но ты должен постараться, тем более очень сильно. Пособирать все, не знаю. Как бы в Лего... ну, в новых играх Лего тебя награждают персонажами. Какими-то, там, то есть ты должен проходить миссии, открывать что-то там за определенных персонажей, ну, за, чтобы получить определенного персонажа, ты должен, например, там, все сюрпризы собрать или еще что-нибудь. То есть, ну, вот такие вещи. Здесь за это ничего не дадут, поэтому, не знаю, для любителей. Это все хорошо. Можно попробовать пролететь за R2-D2, я не уверен, что смогу, но что-то у меня есть такое ощущение, нет.
неправильное у меня ощущение. По идее, вообще здесь робот же может пролететь, так? Так. Теперь мы отключаем. Да, все правильно, я просто как-то заговорился по поводу всех этих сюрпризов и так далее. И совершенно забыл про игру. Угу. Здесь никого нет, странно. Обычно здесь очень много штурмовиков. Так, окей, присоединили первый рычаг. Тогда сразу давайте сделаем два и потом уже их включим. Вот мой верный друг Чубака, он мне всегда помогает. Не знаю, одновременно сможете? Да, он и здесь помог. Здоровский мужик. Угу. Он так бежит такой. Знаете, как по пляжу таком в Лос-Анджелесе. Выглядит интересно. И все, это наш корабль, по идее. Ой, да, по идее уровень заканчивается на этом. Я не знаю, глянем сейчас. Ну просто я... Да, конечно, заканчивается. Вы вообще играли хоть раз в Лего Star Wars The Complete Saga? Уровни не заканчиваются никогда. Не уверен, что нужно что-то сделать. Скорее всего, просто перебить всех врагов. И нам, как обычно, дадут детали. Скорее всего, так. Это чисто мои предположения. Скоро стану экспертом по Лего играм. Когда все это дело пройду, все Лего игры, которые, ну, мне, по крайней мере, интересны. То есть там есть ранние версии, там 90-х даже годов, но как бы они не совсем с сюжетом, не совсем интересны, не совсем с геймплеем интересны. Вот я не понимаю, кто это? Может, это пасхалка? Вот, я пройду именно, знаете, такие по каким-нибудь франшизам, например, там Пират Карибского моря, Индиана Джонс, ну, вот те же Звездные войны, кто там еще? Ну, Бэтмен, да, все это дело. Вот это пройду и буду экспертом. Садимся по кораблям. Все. А чей-то бластер? Это его остался, да? Он же не успел поднять улыбочка. Как галка. Что? Что такое? Я не понял, в чем дело? Они вернулись? А, Люка забрать? Воу. Вот это круто. Вот это круто было. Такой, знаете, такой кроссовер с прошлой серии замечательно получилось. У него синяк остался. Воу, вот концовки, правда, радуют. То есть уже вторая серия с такой, ну, не очень ожиданной концовкой, потому что я не ожидал, что они вернутся за Люком. Да, я ожидал, что они улетят, но этого как бы даже не было в мыслях. Это здорово. Такого нужно побольше, я считаю. И на этом все. Мы с вами прощаемся. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Обязательно заходите на канал и в группу ВКонтакте. Там много всего интересного, различная информация, новости, какие-то смешные картинки и море всего интересного. Комьюнити наше, мы там общаемся. О, окончить историю, конечно, это же конец 5-го эпизода. Мы прошли 6-ю главу. Ну, посмотрим, что там будет. Зачем он... А, он хочет... А, вот оно что. То есть ему дали руку механическую. Ну все порядок же, мам, ну все, чего ты так, не грусти. Ой, у них там как-то странно, да? Антенна была. И они отчаливают. Скорее всего, кстати, это фотография этой галактики, потому что, ну вот видите, как-то даже оно обрезано все по кругу. И все, на этом заканчивается. На этом заканчивается 5-й эпизод, но не заканчивается игра. Нам осталось пройти 6-й. И по идее мы как бы заканчиваем Звездные войны, но там еще есть игра Lego Star Wars 3 The Clone Wars. По-моему, так она называется. То есть мы ее тоже пройдем, но я уже говорил в Гарри Поттере, что не сразу. Мы пройдем ее не сразу после вот этой части, потому что я хочу немного отдохнуть от Лего Star Wars. Действительно, игра оказалась очень большой. То есть мы сейчас прошли, получается, 30 серий уже. Это много. Это
очень много. Это, по-моему, самое длинное прохождение на канале. Я действительно уже устал. Игорь Зеленский. Воу, я заметил здесь русского разработчика. Здорово. Приятно всегда видеть русское имя в титрах. А, да, и мы потом попозже немножко пройдем. Может быть, скоро. Не так уж долго буду ждать, там не год, не два, но пройдем на самом деле скоро, но не сразу. Хочу немножко передохнуть и переключиться на что-нибудь другое, например, там Индиана Джонс или Пират Карибского моря. Посмотрим, что уже будет из Лего-игр. И Лего-игр. Все, заканчиваем. Спасибо за просмотр. Пока!